Итак, снова здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Resident Evil 2, сценарий за Клэр Редфилд. В предыдущей серии мы впервые повстречались с Уильямом Биркином. Малышка Клэр, его дочь, держит нас за руку, и вместе с ней мы выдвигаемся в эти страшные подземелья. Странно все-таки. Глупая Ада убегала вперед, еще понятно, почему она убегала, чтобы по-быстренькому все решить свои вопросы, чтобы он не запалил. Но почему Шерри убегала, вот это немножко непонятно. Все-таки будет очень интересно за нее в шестой части поиграть. Наверное, когда выйдет шестая часть. Если она у меня пойдет, если у меня не будет, как всегда, каких-то проблем. Которые у меня всегда присутствуют рядом со мной. Прям витают в воздухе. Я, наверное, пройду все сценарии. Вот просто все. Хотя было бы странно не пройти все сценарии. Мне кажется. Мне так нравится, как хвостик у Клэр каждый раз так вверх. Так, мы в канализации, да? Звуки такие хорошие. Ну, пора выбираться отсюда. Спускайся вниз. Клэр? Беги! Господи, да, по-моему, он не заметил бы нас, он бы прошел мимо себе спокойно. Главное, стенка к стенке бы прижалась. Все? Шерри, где ты? Шерри! Это что было? Вода, спуск открыт. Ее засосало, что ли, добыть не может? Она там не утонет, а? Надо быстрее бежать, быстрее, это еще. Так, трава, это плохо. Там, по-моему, пауков сейчас будет целая орда. Ой, у нас места много, хорошо. Берем тогда. Мне почему-то такое ощущение, что вот в замке, вот... Ой, в замке, господи, постоянно первая часть вспоминается. В общем, в участке... видимо, я перебегала в свое время в первый резидент. В участке такое ощущение, что я что-то где-то кучу всякого понаоставила, вот... Прям вот стойкое ощущение. Сейв-рум. А я только о нем подумала, думаю, сейчас сейв-рум будет. Так, это мы читали. Все замечательно. Кто-то там уже подстегнулся в комментариях, то что одна из самых частых фраз. Ну, это мы читали. Что в складе у нас? В складу? Что-то как-то мне плохое предчувствие. Хотя вряд ли здесь что-нибудь будет плохое. А хотя... Вот этот звук капающей воды меня напрягает. Тихо. Что, что такое тихий-то? Я тебя даже не заметила. Давайте с другой стороны. Ага. Варюга. Небось работник склада какой-нибудь, да? Укладчик. Да ядрит-то кладет. Чё такое-то? Да что ж так? Чё-то я криво играю. Блин, уже упал. Я просто его не вижу, я так не могу. Да ты ж не умер. Да уж, умришь-то что ж? Ты же еще живой, да? Признавайся. Нет? Почему с пожизнью? Нормально. Вырвались, видимо. Не успел нас тяпнуть. Различные провода и датчики. Так, мне кажется, это нам пригодится рано или поздно, да? Хотя... Мне вот этот вот надломленные стены меня напрягают, если честно. Хорошо. Не зря зашли. Так, кстати, вон там сток, вон, вот, решетка. Интересно, мы там шире достанем?
ремонтные средства. Где это, конечно, эта штука? Провода и датчики. Че на... А, на зомбаре смотрит. Небось отсюда кто-нибудь сейчас выпрыгнет. Вот, вот не зря вот это вот здесь все вот так вот выглядит. Вот не зря. Вот эта хрень, небось, сломается. Когда-нибудь. Потому что и вид камеры как-то так поменялся подозрительно. Значит, и... Так, отсюда мы пришли, да? А нет, мы отсюда не пришли. Что это за дверь такая? Хоть бы без зомби, пожалуйста. Плохие звуки. Шерри! А что это за место такое? Неплохое предчувствие. Ладно, нафиг отсюда. А, небось, мы что-нибудь там сверху сделаем. Что-нибудь там в сток сольется, и мы сюда прибежим за этим. В квестах всегда такую штуку делают. Так что я не удивлюсь. Так, это что такое? Ладно, не важно. Не знаю, это, конечно, только мое предположение. Но вы же знаете, да? Как у меня интуиция работает. Если кто-то давно на канале. Качество канализационной воды. Это, конечно, очень здорово. Так, что у нас тут есть что-нибудь еще? О, ящики. Старый ящик. О, хорошо. О, траву синюю надо выложить. Хотя, мне кажется, есть смысл хотя бы одну себе оставить, потому что впереди нас ждут, насколько я помню, пауки. Да? Вот так вот пускай будет. О, кстати. Блин, опять патронов мало. Плохо это все кончится, я чувствую. Так, а куда нам идти, простите? Так, стой, подожди. А, блин. Угу. О, лифт, лифт, точно. Пролетела. Ну, с боком. Знакомый вид, правда? Леон! Что случилось? У тебя ран! Ты истекаешь кровью. Я встретил женщину. И она была в беде. Ее звали Ида. А, да. А сразу после этого кто-то пытался убить меня. И у него почти получилось. Ида последовала за снайпером. И я волнуюсь за нее. Нужно ей помочь, пока ничего не случилось. Но тебя подстрелили! Все будет в порядке. Да нифига. Я волнуюсь за Иду. Кивнула такая. Да, Леон, давай мы тебе хотя бы... Все будет в порядке. Я волнуюсь за Иду. Блин, мы не можем тебе как-нибудь траву дать? Нет? Я случайно использовала, блин. Я ж тут сохранялась, да? У нас все есть? Да. Я, конечно, понимаю, вам сейчас придется все это заново слушать, но я что-то не хочу, знаете, траву лишний раз тратить. А, Леон! Что случилось? У тебя ран! Я встретил женщину. Мы сбросить можем? И она была в беде. Ее звали Ида. А сразу после этого кто-то пытался убить меня. И у него почти получилось. Ида последовала за снайпером. И я волнуюсь за нее. Нужно ей помочь, пока ничего не случилось. Но тебя подстрелили! Все будет в порядке. Я волнуюсь за Иду. Кивок мне этот вообще убивает. Ладно, нам теперь, я так понимаю, нужно искать Аду, да? А я вот больше волнуюсь за Шерри, если честно. Ада дура. Сама виновата. А что там, кстати, на том лифте, я не помню. Еще один сейв-рум. Прикольно.
Два сейв-рума на концах разных коридоров. Ууу! Хороший сейв-рум! Конечно, возьму. О чем речь вообще? Хорошо, что я сюда поднялась, правда? Леон, ты не хочешь отдать мне дробовик, а? Мне бы он... Так, кстати, может быть, смешаем зеленую и синюю. У нас тогда будет и против яда, и для чилка. Два в одном. Можно даже вот... Нет, нет, не буду так делать. Нет, стоп, подожди. Подожди. Вот так. Вот так. Так, сейчас мы это все смешаем. Оставить, не оставить. Ну ладно, оставим, пока поглядим, как там. Так, там ящик я видела, где он был. Вот. Ух ты ж, ядрить, тебя сгонить мне. А, еще один потайной, да, для тумбочек. А почему я за Леона так не сделала? Стоп, этот ящик открывается? Нет. А, я, видимо, пыталась открыть и не догадалась сдвинуть. Я еще раз смотрю, активный вроде ящик, по-моему, так было. Не помню точно. Меня радует это место. Нет, ничего, никто. Нам нужна зажигалка. Я вот сейв-рум, музыка так успокаивающе действует. Прям так хорошеет прям на месте. Господи, это 7-я серия подряд, и я еще даже не устала играть. Мне наоборот, вот прям так, круто, круто, давайте дальше. Вот не каждая игра вот, из ныне вышедших, да, так цепляет. Меня пока что, честно говоря, ни одна игра так не зацепила, чтобы я делала 7 серий подряд, вот именно на желание играть, а не на желание, например, добить уже прохождение. О, что я вижу? Напал. Ставим на Биркина. Какая уютная атмосфера. Надо ли Леона сюда перетащить, я не знаю. Пускай греется, хотя здесь наверняка холодно, сыро и мерзко. Так, а там почему темно? Ага. Не знаю, здесь можно было бы Шерри спрятать. Ух ты ж, нифига себе. Тут точно больше ничего нет? Ну нет, так нет. Ладно, давайте напалм этот уберем. Будем спасать эту идиотку. Аду, простите, господи. Ну ладно, здесь она реально Ида, вот полная причем Ида. Ай, это оставим, я думаю, да? Лечилка, я даже не знаю. В принципе, мы и с одной замечательно бегаем пока что, да, нас никто особо так не коцал. Я не думаю, что сейчас Биркин опять появится, вот прям сейчас, если только крокодил. Но его можно убить, вообще не напрягаясь. Кстати, а вот что там вот? Оттуда же они и пришли. Пауки, по-моему, там будут. Нет, будут зомби. Ну, это нахрен. Не пойду туда. Блин, а если там что-то было, а? Не просто ж так сюда зомбари-то поставили. Куда там эта дверь ведет, а? Слушайте, давайте сходим. Я сейчас вот тут вот сохранюсь. Мне просто очень интересно. Я не хочу упускать ничего. Ну чё?
Ходи по одному. Вот твоя голова. Они забраться, кстати, могут, нет? Еще нет? С ума сошел. Да умри, что ж. Все, я надеюсь. Какие-то гранаты дебильные абсолютно, по-моему. Я надеюсь, он умер. Во. Чё тут? Пауки, вот стопудово будут пауки. Где я? А, это что самое помещение? Кстати, стоп. Фильтратор. Ну как бы хрен с ним. А прикиньте, мы сейчас идем в нужную сторону. Вот я посмеюсь. Да вроде нет. Потому что ада побежала вроде как. Да-да-да. Здесь вот у нас Леон сражался с такой какой-то непонятной хренью. Там у нас что? Я иду просто обратно. Мне туда не надо. Кстати. А это то самое место. А вот там вот пауки. Я туда не пойду, а тут сейв-рум. А нафига, кстати, мы это тогда все делали? Давайте загрузимся. Так, вот то, что вы сейчас на фоне видите, не обращайте на это внимания, это программа, через которую загружаю, в общем-то, на YouTube. Потому что он у меня очень часто тормозит, я уже плюнула вообще через него загружать. Все, уходим тогда отсюда. Не пойду это, да. Только гранаты тратить. Пойдем спасать Аду. Глупую женщину. Карта, отлично. Да, взять. Ай. Вот все-таки я больше волнуюсь. Пауки, я их слышу. Нет. Кто тут? Темно, ничего не видно. На, плевать, забирайся. Что тут? Ага, кстати, да, медаль волка. Все-таки я хочу их убить, они меня напрягают. Но. Все? Я, по-моему, не попадаю ни хрена. Ну ладно, он не попадает в меня, и ладно. Что там еще? Напал. Что за напал? Я хочу посмотреть. Черт, он близко. Нет. Темно. Зажигалки у нас нет. Ладно, бежим тогда нафиг отсюда. Так, давайте-ка вот тут сохранимся. Плохо. Ужасно. Не помню, будет ли еще тут что-нибудь или нет. Мы можем там пройти, насколько я помню, вот через верх. И выбраться вообще в какое-то совершенно ненужное нам место. Наверное. Ой, нет, стоп. Ах ты дрянь! Нет, наверх, ради бога, Клэр, пожалуйста. Фу. Так, я помню, где у нас медаль орла, я помню. Шерри? Нет, не Шерри. Здрасте. Ты в порядке? Что случилось? Не трогай меня. Просто тебе нужен образец вируса моего мужа, верно?
Никто его не получит. Никто. Муж? Тогда ты, наверное, Аннет. Да как ты? У нас нет времени для этого. Шерри потерялась где-то в канализации. Мне нужно найти ее. Что? Я приказала ей идти в полицейский участок. Почему она здесь? Вильям, теперь Шерри и ее друзья в огромной опасности. Что она хотела этим сказать? У Шерри есть Г-вирус? Ее друзья это типа Г-вирус? Сдается мне. Медальончик, который она с собой носит. Мы что, можем все 16, что ли, зарядить? Офигеть, я не знала. Подожди, ты там живая, нет? Она без сознания. Да и правильно, давай по... О, черт, я забыла, нам нужен же... Да. Винтик, чтоб его... Сколько назад бежите? Ну ладно. Что поделать? Печалька. Пошел он. Ай. Вот странно, да? Вот вроде как женщина ребенка своего любит, беспокоится о нем. То есть материнские чувства в наличии, да? Но при этом разрабатывать вот эти G-вирусы, которые уничтожают все и вся тех же детей, тех же женщин. Леон! Леон! Где ты? Тех же женщин и так далее и тому подобное. Это на плоти. Коробочка, заветная волшебная коробка, которая телепортирует нам вещи. Так, напалм. Оставим, возьмем, оставим, возьмем. Ладно, места мало. Не знаю. Давайте пока, да, оставим. Пригодится еще. Ой, куда иду? Так, нам нужно еще орла этого взять. Он у трупака лежит, это я помню. Там мужчинка такой около рубки, по-моему. Радиорубка там была. И он там лежал на таком мостике. На балкончике, не знаю, как это сказать еще. Так, вниз. Вниз! Налево, направо. Ну, точнее, если смотреть зеркально. Бежим, бежим, бежим. Вперед, 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 вперед. Налево, 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 налево. Быстрее, быстрее, бежим. Да, вперед. Все хорошо. Сука, какая клевая игра все-таки. Ты все еще бежишь. Кстати. Я синюю штраву с собой не взяла, слава богу, потому что я забыла, что здесь есть вечный куст. Ну, он не вечный, конечно, скорее всего, но он здесь есть уже хорошо. Ура! Так, это мы забрали, хорошо. Травка! Ух ты, это что такое? А, это эти. Опять напалм? Да издеваетесь, что ли, надо мной? Кстати, сохраняшка. Траву мы это потом возьмем. Слушайте, игра-то уже скоро закончится. Она закончится даже быстрее, чем... Гроза Леона, ну, потому что здесь я уже, в принципе, все знаю. Поэтому идет как-то быстрее. Ха-ха, я помню это место.
Ха-ха-ха, крокодил. Ха-ха, чёрт. Так, я вот помню. Выпустите меня. Или здесь будет не крокодил, а вот этот Франкенштейн. Вот это будет очень смешно. Хотя, скорее всего, крокодил. Ну, открыл. Чуть ничего нету. Ну, хотя с крокодилом... Хотя, смотрите, ни крокодила, ни Ады, ни Леона. Значит, он еще не разобрался с крокодилом, потому что иначе бы там трупяк лежал большой, такой страшный. Безголовый. Странно здесь хронология сделана. Я, конечно, понимаю, что это только игра, но если уж событие за Клэр происходит одновременно с Леоном, мне кажется, имело бы смысл сделать как-то что-то по-другому. Хотя мне и так нравится, господи, я даже жаловаться, честно говоря, не буду. А на такую игру жаловаться даже не хочется. Игра прекрасна. Вот, вот эта вентиляция вот здесь была бы. Да не хочу я останавливать, ей-богу. Я лучше так пробегусь. Так, вот, вот, что такое? Вот, орел. Орел. Жив, цел, орел. Так, 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 у тебя какое-нибудь оружие? Тело сотрудника инвестиционных служб. Так, ну это мы читали. Ну мы поняли уже, что шеф Айронс говнюк поганый. Я не представляю, честно говоря, как долго бы Леон смог вообще проработать под его началом. А я сомневаюсь, что долго. Он бы его послал далеко и надолго, мне кажется. Через месяцок так работа, может, даже раньше. Если бы все было нормально. Странно, что Крис и Джилл Валентайн прекрасно под его началом работали и даже, по-моему, ничего не замечали. Даже то, что он редкостная скотина. Как-то странно. Так, а вот мне такое ощущение, что вот сейчас что-то будет. Небось этот мужик сейчас где-нибудь здесь из стены выпрыгнет. Вот из этих дверей, например. Нет? Неужели нет? Совсем ничего? Странно. Я прям вот ожидала, вот прям ух, ожидала. А ничего. Так, надо бы траву взять. А некуда. Очень плохо. Ну ладно, с сейвром, правда, далековато. Даже не знаю. Сейчас поудобнее усядусь. А, неужели эта хрень нам еще понадобится? Добыть того не может. Черт, травушку некуда брать. Нам сейчас нужно... Кстати, она-то исчезла. А, нужно орла, волка воткнуть. В ту панельку, которая вот тут вот. Слиха, слиха. Орел и волк, замечательно. Два, раз. Два. Ха, неслась, мы сейчас попробуем. Вперед, вперед, хоть бы там был сейвер, я не помню. Отлично. Бежим. Бежим, 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 бежим. Сейвром, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста. Хрен из два. Сейвром, ага, конечно. Хороший знак. Хотя этот звук, по-моему, он был и в сценарии за Леона. Хотя, может быть, за Леона он был просто так, а вот за Клэр это означает то, что сейчас этот урод Франкенштейн где-нибудь здесь появится. Не хочу. Сейчас точно где-нибудь здесь свалится. Слишком уже большая территория для пробега. Нет, 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 ничего. Странно. Кстати, да. Мне нужен сейвром, пожалуйста.
Кнабу. Откуда она узнала, что нажимать? Или там написано вызов, 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 вызов вагонетки. Где-то поезд больше какой-то. На вид, если брать. Черт, там у меня куча травы осталось. А, у меня же, кстати, две зоны после этих. Шерри! Слава богу, господи, не пугай меня так. Шерри, ты в норме! Ну хорошо. Не отходи больше от меня. Шерри, твоя мама ничего не давала тебе под названием Г-вирус. Контейнер или пробирку. Г-вирус? Я ничего не знаю о нем. Нужно иметь большую уверенность. Если отдашь его мне, я буду хранить его. Но у меня действительно ничего нет. Это правда. Медальон. Зачем маме говорить что-то подобное? Медальон. Стопудово медальон. Слишком он уделяется на ее форме. Так, давайте сбегаем за травой. Бросать ее сейчас это как-то плохая идея. Ладно, давайте тогда сейчас возьмем траву. Ой-ой-ой. И замечательным образом закончим на этом серию. Добежим только до поезда. Нам осталось уже совсем-совсем чуть-чуть. Я, кстати, поняла уже, для чего. Помните, у нас в сценарии за Леона нужно было отпечатки двух сотрудников. Видимо, первый оставила Леон, чтобы Клэр потом куда-то там смогла пройти. Вот и все. Мы потом тоже подделаем свои отпечатки и благополучно поставим их. Все будет хорошо. И куда-то там пройдем. К поезду, например, как вариант, которым потом мы запустим и подгоним к Леону, чтобы его спасти. Короче, до конца игры осталось мало. Я чувствую, я ее пройду за один вечер. Потому что я села вот как раз вечером. Сейчас уже ночь, а под утро даже, я бы сказала. Прекращать играть совершенно не хочется. То есть я еще полна сил и желания играть в эту игру. Смешать. Да, да, смешать. И в поезд. Точнее, фуникулер, назовем его так. Надо же, я запомнила это название. Ну так поиграешь немножко в Resident Evil, где постоянно фуникулеры эти. И запомнится тебе это все замечательным образом. Так, вот здесь надо хрень включить. Зажигалка, блин. Сейвром дайте. Шерри там села, что ли? Что такое? Чё это она? Шерри, пойдем. Почему она села? До этого видели, да? Плохая музыка. В местах, где играет такая музыка... Кстати, да, я забыла кое-что. Давайте закончим серию. В общем, ладно, я надеюсь, эта серия вам понравилась. Мы уже... Ой, Шерри опять нас за руку взяла, боже, как мило. Смотрите, вот медальон, он даже покачивается. Вот стопудово там же вирус. Вот... Зуб даю. В общем... Будет смешно, кстати, если это мне кажется. Ну ладно. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Игра совсем уже скоро закончится. Я думаю, я все-таки ее действительно сделаю за один присест. Это просто, по-моему, шикарно. Ну, нет слов. В общем, потрясающая игра. В нее хочется играть снова и снова. Вообще, абсолютно не надоедает. Вот абсолютно. Лично мне. Как бы там ни было, всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Севен. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего, удачи и пока-пока.